Кого нужно исправить? Молодая девушка пришла к доктору и сказала: «О, доктор, у меня все болит». «Болит каждая часть тела?» Доктор посмотрел на нее, она выглядела вполне молодой и здоровой. Он сказал: «Странно. Болит каждая часть тела? Покажите мне, что происходит». Она сказала: «Просто взгляните, доктор», и коснулась его правого колена. «А!» — закричала она. Потом она коснулась левого локтя. «А!» — она закричала снова. Коснулась своей шеи и опять закричала. Доктор сказал: «Хорошо, просто расслабьтесь». Он достал небольшой пластырь и наклеил его ей на палец. На пальце была рана. Так что, если приходит боль, страдания, вы несчастны, не время смотреть по сторонам. Это извечная проблема. Если вы страдаете, вы думаете, что исправить нужно кого-то другого. Нет, нет, нет. Если страдаете вы, вот это нуждается в исправлении, а не кто-то другой. Нет, если я страдаю, исправьте ситуацию под меня. Нет, нет. Если вы страдаете, кого нужно исправить? Если вы больны, кому дать лекарства? Следует ли нам дать лекарства кому-то другому, если больны вы? Если вы голодны, нам покормить кого-то другого? Нет. Это сработает только если вы дадите пищу вот этому, не так ли? Если это справедливо по отношению к еде и лекарствам, не является ли это правдой и для всех остальных аспектов жизни? Ваши страдания и радость приходят изнутри. Так что внимание требуется уделить этому, а не чему-то еще. Чем быстрее вы усвоите это, тем более приятной и удивительной станет ваша жизнь. Если вам потребуется целая жизнь на то, чтобы понять это, жизнь найдет свои способы.